Двое туристов погибли, еще один серьезно пострадал в результате схода лавины в Хибинах в Мурманской области. Группа, в которой всего было 12 жителей Архангельска, отдыхала в санатории и отправилась в горы на снегоходах, не предупредив МЧС. После того, как стало известно, что в районе озера Вудьявр их накрыла лавина, на месте была развернута поисково-спасательная операция, в ней участвовали и уцелевшие туристы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура проверяет, как проводилось обязательное информирование отдыхающих о лавинной опасности.